Здравствуйте. 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 Готовы? Мы последние, наверное, самые. Первые. Ну и что? Ну здорово, кто чего у нас будет. Ну мы Сделайтесь. Давайте сюда пойдем. Пойдемте. Нам еще лучше. Внимательно. Общий партийный список. Ну, давайте сразу походим. Список. Свидетельство о регистрации политической. Так, следующее решение. Список уполномоченных. Согласие уполномоченного. Доверенность на проведение всех операций доверенных. Ну, я написала копию доверенности. Ну, пусть будет при копии. Пишите оригинал. Примечание оригинала. Знаете, я думаю, что все политические объединения на сегодня столкнулись с одним. Люди хорошие, замечательные, люди честные, они опасаются идти в представительный орган нашего города. Наверное, на фоне всех тех событий, которые мы с вами имели за последние 2 года. У нас были, значит, различные предложения, и список первоначально верстался, значит, большой. Но опаска людей просто-напросто не позволила, наверное, другим принять окончательное решение и пойти на выборы. Мы представляем в своем списке всего 3 человека, и надо говорить, много или мало, что мы хотим иметь. Мы хотим иметь количество или хотим иметь качество. Если вы посмотрели, все поколения в нашем списке – молодежь, средний возраст и, вот, будем говорить, пенсионеры. Люди, работающие, Бойко Сергей Григорьевич, сын нашей коммунистки Бойко Валентины Николаевны. Ее многие знают в городе. Я думаю, что и Сергей уже зарекомендовал себя с очень хорошей, замечательной стороны. У него 3 детей. То есть и ему-то вот как раз наши чаяния города и какие мы принимаем нормативные акты, законы, так сказать, местного значения, совершенно не безразличны. Вот. Молодой Дмитрий, он Королёв, фамилия, видите, какая замечательная. И Бойки у нас есть, и Королёвы есть. Он молодой парень, который, я хочу сказать, что он с медалью закончил школу, одну из школ города Назарова, и имел активную позицию в школьном парламенте. Вот. То есть ему тоже интересно поработать в этом, изъявил желание, идет с желанием, я хочу сказать, и это приветствуется. То есть достойные люди, и наши назаровцы, если изберут их, они не разочаруются. Скажите, вот сегодня, соответственно, сдали документы, как распределились в списке ваши кандидатуры, вы в том числе, и как на округах, кто какие округа будет представлять? Я иду, возглавляю политический общетерриториальный список. За мной идет Бойко Сергей Григорьевич и следующий Королёв Дмитрий Сергеевич. Вот это
общий территориальный список от политической партии. По одномандатным округам мы идем таким образом. Мы взяли 5-й округ, где идет Королев Дмитрий, взяли 8-й, по которому иду я, и 9-й, по которому идет Бойко Сергей Григорьевич. Еще скажите, сколько необходимо подписей собрать для того, чтобы зарегистрировали территориальный список? Там достаточно 0,5%, значит, для того, чтобы... Допустим, у нас в среднем 4 тысячи на каждый округ. В среднем 4 тысячи. Ну, 1% это получается 40, да, подписи? Совсем ничего. Я думаю, что мы по одномандатным легко соберем, но партийные уже, конечно, немножечко посложнее, но тем не менее. Я думаю, что наши жители откликнутся и доверят нам пойти.